Две новости последних 7 дней, на мой взгляд, самым серьезным образом могут определить ход событий ближайших месяцев. Первая из них. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможности встречи в ближайшем июле с Владимиром Путиным. Вторая новость. Одно из секретных военных производств России в рамках конверсии наконец-то приступило к выпуску компактных шубохранилищ. Привет, я Александр Герасимов, это проект «Оно вам надо». Довольно субъективный подбор основных событий прошедшей недели. Основных, естественно, с моей точки зрения, то есть автора программы. Как всегда, попробуем за полчаса дать вам достаточно информации, чтобы вы почувствовали себя персоной, знающей о политике все или почти все. А если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. Мировой футбол и украинские политзаключенные. В какой мере ФИФА несет ответственность за узника совести Олега Сенцова? Попал в следственный изолятор, считай, побывал на войне. Один день в СИЗО теперь равен полутора дням в тюрьме общего режима. «Звездные войны. Версия 2.0». В Соединенных Штатах создаются космические войска. Возможно ли новая гонка вооружений? Кухонный скандал на иврите. Жена израильского премьера обвиняется в ресторанном мошенничестве в особо крупном размере. Чемпионат мира все спишет. В России введен временный запрет на все шествия и митинги. Пенсионная революция отменяется. Это воскресенье, 10-й день чемпионата мира по футболу и 42-й со дня начала голодовки украинского политзаключенного Олега Сенцова, сидящего в российской тюрьме строгого режима «Белый медведь» за Северным полярным кругом. Надежда на то, что Кремль услышит миллионы голосов, в буквальном смысле, со всего мира с призывом к гуманности и просьб об освобождении, эти надежды пока не оправдываются. Путинский режим либо делает вид, что ничего не происходит, либо вяло отмахивается от доставших правозащитников. Вот смотрите, что случилось на этой неделе. Группа вполне лояльных Путину представителей российской богемы, среди которых Познер, Лунгин, Хаматова, Тодоровский и даже Собчак подписали обращение с просьбой о помиловании. Среди прочего есть и такая строка. «Нам надо смягчить политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Сенцова, мы просим вас». Второе. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что осужденный в России по сфабрикованному делу Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям. Третье. Послы стран Большой Семерки в Украине сделали совместное заявление по поводу освобождения украинского режиссера. Они считают, что это стало бы важным шагом вперед в процессе украинского урегулирования. Я не знаю, что еще. Ну, американские конгрессмены обратились к президенту Трампу с просьбой повлиять на Путина, чтобы тот освободил Сенцова. Знаете, у меня есть ощущение, что мир еще не знал таких массовых акций в поддержку кого бы то ни было из политических жертв. Мне в голову приходит только, ну, может быть, Анджела Дэвис или Нельсон Мандела, но и они при всей мировой известности и даже популярности, кажется, не дотягивают до уровня Олега Сенцова. В Кремле говорят, что по российским законам амнистирован может быть только тот заключенный, который лично напишет на имя президента прошение о помиловании. Сенцов этого делать принципиально не хочет. Написать прошение означает признать себя виновным. Он настаивает на сфабрикованности политического дела. Доброй воли хозяина Кремля не просматривается. У Amnesty довольно четкая позиция. Мы выступаем за то, что Олега Сенцова нужно немедленно освободить из-под ареста. Потому что наши исследователи пришли к тому, что все дело Олега Сенцова было сфабриковано. То есть оно уже строится только на свидетельствах человека, который не очень хорошо знаком с Олегом Сенцовым, который впоследствии признался, что его подвергали пыткам, чтобы получить определенные его свидетельства. Вот. Поэтому как бы, позиция проста. Человека нужно освободить. Мы очень, честно говоря, переживаем за его состояние, мы очень его поддерживаем, надеемся, что все-таки нас услышат и его освободят. Сейчас, во время нашей кампании, связанной с чемпионатом мира, мы призываем людей поддерживать не только правозащитников, которые сейчас сидят в тюрьме, такие как Ойоб Титиев или Игорь Нагавкин, но также мы просим людей поддержать и Олега Сенцова.
И мы еще знаем, что сейчас есть несколько инициатив, которые на улицах просто раздают людям листовки, обычным прохожим, где рассказана короткая история дела Олега Сенцова и просьба того, чтобы они тоже рассказывали об этом своим друзьям, родственникам и помогли всем нам Олега освободить. Вот. Я думаю, что мы присоединимся к этой акции тоже. В понедельник открывается регулярная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сторонники Олега Сенцова через страницу в Фейсбуке «Save Олег Сенцов» добиваются внесения в повестку дня сессии дебатов по вопросу освобождения политзаключенных. Есть ощущение, что добьются. Роскошная креативность в методах привлечения интернет-сообщества и создания массовости. Такой логотип чемпионата мира запомнится так же хорошо, как и потрясающие голы, уже неоднократно забитые в футбольные ворота. А вообще, в связи с этим, простите за выражение, мундиале, российские власти давно на крючке у многочисленных правозащитных организаций, которые придумывают все новые и новые методы воздействия на правительство. Amnesty International уже с тех пор, как Россия стала страной, которая будет принимать у себя чемпионат, предупреждала и FIFA, и российское государство о том, что мы будем следить за тем, как будут соблюдаться права человека во время подготовки чемпионата и, конечно же, в само время, когда он будет проходить. Вот. И в результате получилось то, что получилось. ФИФА в прошлом году слезно пообещали защищать права человека, выпустив Human Rights Policy, которая говорит о том, что они готовы защищать права человека в странах, которые принимают чемпионат, а также, что для нас стало очень важным, там есть пункт о том, что ФИФА обещает защищать права не только как бы, обычных граждан, но и правозащитников, то есть людей, которые помогают ФИФА узнавать больше информации про страну, которая принимает у себя чемпионат. Вот. А так как Amnesty International уже очень много лет работает с темой защиты правозащитников в России, мы решили, что это отличный повод напомнить всей общественности, не только российской, но и международной, что в России проблема защиты прав правозащитников и безопасности до сих пор очень остро стоит. Вот. Поэтому у нас и появилась наша компания, которая называется «Команда отважных». У нас есть прекрасный веб-сайт с историями 11 правозащитников из 11 городов, где будет проходить чемпионат. Вот. Трое из этих правозащитников, к сожалению, сейчас находятся под арестом. Мы не до конца понимаем, почему все-таки ФИФА сделали такой странный выбор страны, которая будет принимать участие. Ведь не только Amnesty International, но и многие другие правозащитные организации предупреждали о том, что в России очень плохая ситуация с правами человека. И мы надеемся, что все-таки ФИФА сейчас, после принятия этой политики про защиту прав человека, все-таки обратит внимание и поможет нам как-то повлиять на российское государство и на ту политику против прав человека, которую она сейчас ведет. Вот не знаю, случайно так совпало или в Москве была проведена запланированная акция, но на прошедшей неделе местные власти таки сделали довольно глубокий реверанс в сторону правозащитных организаций. В ближайшее время в России на свободу из мест не столь отдаленных может практически одновременно выйти порядка 100 тысяч заключенных. Такая радость произойдет в результате принятия на прошедшей неделе Государственной Думой поправки к статье Уголовного кодекса о зачете времени содержания под стражей до приговора суда в срок отбывания наказания в виде лишения свободы после приговора. Чтобы вы понимали масштаб надвигающегося события, всего в России официально в тюрьмах и колониях находится 600 тысяч заключенных. То есть, как там говорят, откинется каждый шестой преступник. Общие правила просты. Они не касаются обитателей колонии и тюрем строгого и особо строгого режима, а далее по схеме. Один день нахождения в следственном изоляторе, это называется СИЗО, до суда, приравнивается к полутора дням в колонии общего режима или к двум дням в колонии поселения. Это то, что называется химией. Правда, нахождение под домашним арестом во время следствия ухудшает перспективы злодеев. В этом случае возникает обратный отсчет 2:1. Вообще-то я вам скажу, история с этой поправкой более чем анекдотичная. Можно ведь было просто порядок в следственных изоляторах навести, ну там, организовать внятный общественный контроль, построить, в конце концов, десяток дополнительных острогов, если действующие перенаселены. А так сейчас, как в том анекдоте, просто меняют мебель. В СИЗО перенаселенность
скученность, антисанитария, отсутствие возможности, там, допустим, раз в неделю душ. Когда ты сидишь, живешь без воздуха в маленьком пространстве, там, да, вот представьте себе, там 10 здоровых мужиков живут в комнате, там 4 там, на 10 метров. Вот, и, конечно, ну, жить совершенно невозможно. Вот, туалет там же находится, там, да, если так можно сказать. Вот, условия бытовые, они, конечно, кошмарные. Ты там ешь, пьешь. Поэтому, конечно, жизнь в СИЗО, она, ну, значительно хуже, чем в колонии. Ну, опять же, колония рознь, и СИЗО рознь. У нас, к сожалению, вот, жизнь в колонии определяется не законом, и в СИЗО не законом, а степенью самодурства начальника колонии или СИЗО. То есть, если он более-менее вменяемый и нормальный, то и заключенные живут нормально. А если он самодур, там, то получается, что и заключенные живут плохо. У меня первая камера, это была в Матросской тишине, там же тоже несколько корпусов, это малый спец. Там в камере где-то порядка 10 человек, и было там 40 человек, спали по очереди. То есть там стоять-то нельзя. То есть там, конечно, все было чудовищно, и причем спят все по очереди, а твоя очередь наступает тогда, когда тебя вывозят на допрос. В результате ты не спишь. Но это специально делается, чтобы мера, ну, давления на заключенного. Когда тебя вот вывозят на допрос, я вообще не понимал. Я не спал, не ел там несколько суток и вообще не понимал, что происходит. То есть это специально создаются такие неудобства. Вот камера переполнена, там, ну, представьте себе, да, там, вот в 10-местной камере 40 человек, да, то есть там все курят, там, да, там стоит влажность, там же и вещи там стирают, там, да, вещи не сохнут. То есть там, конечно, запах стоит чудовищный, ну, и дышать нечем. То есть ничего хорошего там нет, естественно. Законопроект был подготовлен еще 10 лет назад. Среди политзаключенных и противников путинского режима есть уверенность в том, что его не принимали, потому что тогда пришлось бы досрочно освобождать Михаила Ходорковского. Кто ж на это без высочайшей-то воли мог пойти? В российском же парламенте утверждают, что рассмотрение закона откладывалось из-за опасения увеличения нагрузки на Верховный суд. Ну, наверное. А еще парламентарии говорят, что главная цель поправки – это гуманизация уголовно-исполнительной системы и реализация принципа справедливости. Много ли человек-то надо для счастья? Меня-то жизнь помотала. Да, у меня было, и я в СИЗО провел в нескольких 2,5 года, и в колонии строгого режима я провел 3 года, в колонии общего режима 2 года. В Москве я был на Бутырке, на Матросской тишине, и на территории Матросской тишины есть специальный изолятор, так называемый Лефортовский корпус. Вот он, как бы, наверное, самый лучший. То есть этот изолятор, я думаю, называется он, как бы, Лефортовский корпус на территории. Это тюрьма на территории тюрьмы. То есть он, этот изолятор федерального подчинения 99/1, подчиняется он начальнику ФСИН России, в отличие от Матросской тишины 77/1, который подчиняется начальнику ФСИН. То есть вот этот 991, то есть он как бы образцово-показательный изолятор, я, как ни странно, не могу сказать про него ничего плохого. То есть там все вежливо, культурно, и не подумайте, что я сейчас расхваливаю тюремщиков, но тем не менее я там провел около 2 лет, и плохого ничего не могу сказать. Тут действительно обращение на «вы», в камере 4 человека положено жить, и столько и живут. Все культурно, чисто, даже можно там за деньги выходить в спортзал. Он, конечно, не такой, как world-class, там, да, но все равно там ты можешь как бы записаться на дополнительный душ, на дополнительный... То есть, в принципе, так, как и должно быть. Туда даже не там так живут. Он небольшой изолятор, он где-то человек на 200, он исключает полностью, он полностью контролирует заключенных, которые там находятся. То есть там подслушивают, подсматривают и, конечно, там полностью под контролем. Да, там никаких телефонов, никаких там каких-то других. Меня это полностью устраивало.
То есть мне там нравились. Могу сказать, что в этом изоляторе прошли самые счастливые мои годы тюремного заключения. Мои американские соседи, мало знакомые с российской пенитенциарной системой, спросили меня как-то, а что это такая малая с виду поправка так громко обсуждается? Оно кому надо? Знаете что? Говорят, российские заключенные считают, что введение этой поправки круче любой амнистии. Можно себе только представить, как ее ожидают на зоне. На свободе, похоже, с ней практически никто не знаком, потому и тишина. А в России, если вы помните, от сумы и от тюрьмы. Мне иногда кажется, что в руководстве аппарата Белого дома уже год как работает сотрудник администрации Кремля из подразделения, отвечающего за политический маркетинг и пропаганду. Самые заурядные, я бы сказал, технические мероприятия феерическим образом теперь подаются как исторические события, продвигающие США к очередным невиданным социально-политическим высотам. На прошедшей неделе президент Соединенных Штатов сделал еще один шаг в сторону возрождения Великой Америки. Он объявил и подписал указ о создании 6-го вида вооруженных сил страны – космических войск. Понятное дело, Трамп полагает, для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. Штаты должны там доминировать во всем. Что, собственно, сейчас и так происходит, но причастность к истории – дело серьезное. Великая страна должна быть великой во всем, везде и всегда. Полугодом ранее президент же поручил НАСА начать подготовку к полетам американских астронавтов на Луну. Причем не просто для того, чтобы там погулять в условиях пониженной гравитации, а с целью построения промежуточной базы для полетов на Марс. И это не просто мечты и разговоры. Начало работы около лунной станции запланировано на 2022 год. Это через 4 года. На фоне такой фантастики команда на создание космических войск выглядит довольно заурядным событием. Тем не менее, она решает как минимум пару задач. Смотрите, во-первых, теперь космические войска будут не только у России и Китая, но и в Соединенных Штатах. Амбиции в политике – дело серьезное, их надо время от времени ублажать. А во-вторых, это хороший, легальный, не вызывающий межпартийных споров в Конгрессе способ еще большего увеличения военного бюджета. При этом, как говорят аналитики, в мире с уровнем глобальной безопасности практически ничего не произойдет. На самом деле гонка вооружений не начнется, на мой взгляд, потому что мы все представляем, да, вот главный вектор милитаризации космоса – это вот так называемая вепонизация, да, космического пространства, то есть размещение в космосе каких-то ударных вооружений. Но ядерное оружие размещать в космосе запрещено договором, да, о космосе 1967 года, а обычное вооружение – это слишком дорого и неэффективно. А что касается там всех этих идей о том, что вот мы сейчас там будем ракетами забивать спутники, да, там противоспутниковое оружие и так далее, но и Китай, да, например, проводил такой эксперимент в 2007 году, когда своей ракетой сбил спутник свой же. Американцы проводили такой эксперимент в 2008 году, да, когда ракетой системы противоракетной обороны «Иджис» сбили свой падающий спутник. Это все, да, но важно понимать, что большинство самых главных спутников, да, их несколько сотен, находятся на геостационарной орбите. Это 36 тысяч километров над Землей. И ни одна ракета боевая на такую высоту эффективно не летает. Допустим, у американцев примерно там сколько? Примерно шестая часть их военной космической группировки — это спутники, которые technology development, так называемый, да, то есть это спутники, которые созданы для отработки каких-то новых технологий, там, связи, коммуникации, позиционирования, там, разведки и так далее, и так далее. То есть здесь еще очень много научной деятельности в военной космической программе. Позволю себе разочаровать любителей фантастики и поклонников всякого рода межгалактических компьютерных стрелялок.
Во всех государствах космические войска существуют не для охраны планеты от нашествия агрессивных инопланетян или уничтожения орбитальных объектов друг друга. Все гораздо прозаичнее. Эти войска имеют важное, но довольно вспомогательное значение и призваны обеспечивать связь, навигацию, топографию, геодезию, прогнозы погоды, еще довольно длинный список услуг для коллег, которые несут реальную боевую службу на земной поверхности. Мои американские соседи спросили меня сразу после подписания указа, а это зачем? Оно кому надо? Ответ на такой непростой вопрос, конечно же, довольно комплексный, но напрашивается, как вы понимаете, то, что лежит на поверхности. Как минимум, это надо, видимо, господину Трампу, который, опять же, да, подчеркну, очень хочет казаться человеком, который вернул Америке ее величие. Хотя, на мой взгляд, Америка это величие и не теряла. С другой стороны, здесь очень интересный психологический аспект, да, потому что, в общем-то, последние там 60 лет у американских президентов две ролевые модели, да, это Джон Кеннеди и Рональд Рейган. И там Клинтон и Обама, они пытались быть такими вторыми Кеннеди, а Буш-младший и вот Трамп, они пытаются, ну, Буш-младший пытался, а Трамп пытается быть таким вторым Рональдом Рейганом и очень хочет вот вернуть славные вот эти 80-е годы, годы величия, экспансии американской, да, и быть очень похожим на Рональда Рейгана. Тем более, что Трамп сам шоумен, да, и Рейган как актер, ему, я думаю, довольно, ну, импонирует, как минимум. Ну, вы помните, чем закончились в 80-е годы «Звездные войны»? С той самой гонкой вооружений. Советский Союз благополучно развалился, «Звездные войны» тихо свернулись в силу полной бессмысленности. И на планете Земля воцарился так называемый однополярный мир, с которым спустя лет 15 начал борьбу президент России Владимир Путин. И вот вторая, я бы сказал, серия, или даже не серия, а сиквел по мотивам. Вот прямо интересно становится, как оно все обернется. Мы же ведь знаем, что история сначала как трагедия, а потом ведь как фарс. На прошедшей неделе начался очередной политический скандал вокруг Израиля. Первая его часть происходила, собственно, на территории страны. Не успел премьер-министр слегка оправиться от обвинений полиции в получении дорогостоящих подарков и попытках подкупа посредством массовой информации. Это было буквально в прошедшем феврале. Как на Беньямина Нетаньяху прокуратура организовала очередной наезд. В мировой суд Иерусалима подано обвинительное заключение против его жены Сары Нетаньяху. Ей вменяется ни много ни мало мошенничество при отягчающих обстоятельствах. А именно, жена премьера якобы нанесла ущерб государству в размере около сотни тысяч долларов в период с сентября 10 по март 2013 года тем, что заказывала еду в ресторанах для резиденции своего мужа. Это сейчас называется кейтеринг. Кейтерингом она пользовалась ровно в то время, когда в резиденции находился штатный повар кабинета министров, которому государство платило деньги за его работу, а не за какой-то там кейтеринг. Очень смахивает на коммунальный скандал. Правоохранительные органы занимались несчастной Сарой совершенно по-взрослому. Ее даже проверяли на детекторе лжи. Правда, осталось неясным, знала ли супруга премьера о существующих финансовых правилах кормления мужа. Одни источники сообщают, что полиграф показал ее кристальную чистоту, другие утверждают, что коварная преступница осознанно нарушала закон. Но в любом случае никто в Израиле не возражает против версии, что в итоге все это просто борьба за власть. В какой-то мере это действительно инструмент политической борьбы, поскольку у нас все политика, и, разумеется, когда идет судебное преследование, ведется против супруги премьера, вывести это за рамки политики, разумеется, невозможно. Хотя здесь парадоксальный момент есть. У нас любые преследования против Нетаньяху и его окружения приводят к тому, что по данным соцопросов его рейтинг постоянно растет. Знаете, такая логика «наших бьют», да, из числа его сторонников. И парадоксальным образом любая подобная информация лишь усиливает его популярность. Поэтому если кто-то задумал использовать это как инструмент политической борьбы, то расчет такой сомнительного свойства, я бы сказал. Но опять же, есть политика и есть закон. И это уже не первый случай, к сожалению, да, что объектом судебного преследования, разбирательств становятся люди власть придержащие. В Израиле это
практически уже, можно сказать, практика, которая началась еще, вы знаете, наверное, еще со времен Рабина, когда он был послом в ООН, и его супруга Лея Рабин имела валютный счет, что не закрыла валютный счет по возвращению в Израиль, что по тем временам считалось незаконным. И все это привело к тому, что он вынужден был уйти в отставку после того, как стал премьер-министром. То есть до такого могло доходить тоже. Закон есть закон. И не важно, что кто нарушает этот закон. И если меня действительно печалит тот факт, что нарушают закон первые люди страны, но они наравне со всеми остальными могут отправиться в тюрьму, как доказывал уже опыт и не раз. У нас были министры, которые сидели в тюрьме. Были депутаты Кнессета, которые сидели в тюрьме. Был президент страны, который сидел в тюрьме. И в этом смысле, конечно, с точки зрения судебной системы, абсолютно не важно, какую должность ты занимаешь. Если ты нарушил закон, пожалуйста, будь добр отбывать наказание. Конечно, в итоге Сару не посадят. Об этом в Израиле говорят все. Мне лично довольно сложно представить Бениамина Нетаньяху у тюремных ворот с посылочкой для жены. Вроде бы его супруга уже дала согласие вернуть в казну эти несчастные 100 тысяч долларов и даже заплатить штраф. Так что рассосется. Хотя осадочек, как мы понимаем, останется. Вторая часть скандала вокруг Израиля произошла в Нью-Йорке. Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, есть и такая организация. Официальная причина – несогласие Вашингтона с лицемерным отношением ООН к Израилю. Мне мои американские соседи еврейского происхождения вопрос тут задали. А Иерусалиму-то какой прок от всего этого? Оно кому надо? Ну, знаете, премьер Нетаньяху по этому поводу сказал, что вместо того, чтобы заниматься режимами, систематически нарушающими права человека, Совет ООН навязчиво фокусируется на Израиле, единственно подлинной демократии на Ближнем Востоке. И это похоже на правду, возразить-то и нечем. Избавиться от такой радости для официального Иерусалима – это ж святое дело. А еще, отвечая на вопрос «оно кому надо?», надо сказать, что уж в кои-то веки в Штатах начали пристально смотреть в сторону земли обетованной. Ведь зять у Дональда Трампа довольно глубоко верующий иудей. В свое время первый премьер-министр Израиля Бен-Гурион, когда комментировал политику Организации Объединенных Наций по отношению к Израилю, он на иврите сказал такое слово «ум-шмум». Это здесь такой термин. Это, ну, как сказать, «он-шмуон». Ну вот, что бы они там ни говорили, нас это не касается, на самом деле, одна большая говорильня. Здесь вообще, в принципе, такому органу, как Совет ООН по правам человека, относятся скептически, поскольку там заседают, как мы знаем, там Сирия, да, Северная Корея, Саудовская Аравия, страны, которые особо отличаются, в кавычках, рвением к соблюдению прав человека у себя, собственно, на своей собственной территории. Поэтому изначально этот инструмент, этот институт воспринимался как средство давления на Израиль, и никто не верил в его объективность. Здесь на самом деле не комментируют сам выход США из Совета по правам человека, а в принципе политику нынешней администрации по отношению к Израилю. Да, ведь он, Трамп, я имею в виду, перенес посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Разорвал ядерную сделку с Тегераном. Очень жесткую позицию занимает по отношению к палестинцам. Вот сейчас вот вышел Совет ООН по правам человека и даже говорит о сокращении финансирования институтов ООН. С одной стороны, сторонники Нетаньяху здесь воспринимают это, конечно, как демонстрацию поддержки Соединенных Штатов Израиля. С другой стороны, все прекрасно понимают, что у этого тоже будет своя цена. И когда дело дойдет до переговоров с палестинцами, все эти шаги могут быть, знаете, это припомнит Израилю и заставит таким образом пойти на какие-то уступки. Ну, знаете, святое место пусто, ясное дело, не бывает. Не успело еще и кресло, на котором восседала постпред США в ООН Ники Хейли, забыть тепло ее тела, как Российская Федерация выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет по правам человека ООН. Последние два года Москва не была представлена в этой организации и сейчас по неопознанной пока причине возжелала туда вернуться. Видимо, кому-то оно в Кремле надо. Хотя на фоне массового движения во всем мире за освобождение политзаключенных в России этот вопрос может зависнуть довольно надолго. На прошедшей неделе в России был поставлен своеобразный рекорд. Менее чем за неделю петиция Объединение профсоюзов Конфедерации труда с требованием не допустить повышения пенсионного возраста в стране набрала порядка 2,5 миллионов электронных подписей в интернете.
Трудно предположить, на какую именно реакцию общества рассчитывало правительство Дмитрия Медведева, обнародовав планы пенсионной реформы, но уж точно не на благостное принятие увеличения возраста выхода на пенсию. Но, совместив этот процесс с чемпионатом мира по футболу, Кабинет министров довольно удачно купировал возможный резкий взрыв недовольства в обществе. Захватывающие матчи и президентский указ о запрете проведения митингов на время, еще раз извиняюсь, Мундиаля сделали свое дело. На улицу пока никто идти не собирается, несмотря на вот эти 2,5 миллиона подписей. Кстати, на вопрос, много это или мало, однозначного ответа нет. У меня некоторое интуитивное ощущение есть, что это будет достаточно массовый протест, но существенно больший, чем, скажем, в 2012 году. Вот. Дотянет ли он, скажем, до масштабов уличных акций 90-91 годов, не уверен. Но ясно, что эффект будет только если это будут действительно многосоттысячные акции, по крайней мере, в таких городах, как Москва и Петербург. Все-таки в России живет более 140 миллионов людей. И 2 миллиона подписей, ну, в общем, это примерно столько людей, сколько не удовлетворено путинским режимом. Причем, может быть, даже и больше удастся подписей собрать, потому что реально, скорее всего, путинским режимом не удовлетворено больше людей, чем голосуют против Путина на президентских выборах. Все-таки выборы – это механизм фальсификации. Но все равно надеяться, что у нас будет по-настоящему большое количество людей выступать против пенсионной реформы, мне кажется, невозможно. Власть протащит то, что хочет. Ну, в крайнем случае, трудно сказать, что там задумано. Не исключено, что Путин, который отрекается от действий правительства, может в конечном счете выступить и сказать, да, правительство не додумало, не доработало, давайте поднимем пенсионный возраст до 62 людей, до 64 лет у мужчин и, там, 60, и там, до 60 у женщин. И все будут благодарить Путина за его доброту. Теоретические споры о плюсах и минусах повышения пенсионного возраста будут продолжаться до бесконечности. Понятно, что решение уже принято. Государственная Дума радостно внесет изменения в законодательство по этому поводу. Скорее всего, пенсионной революции тоже не случится. Сами пенсионеры не бойцы, а у молодого поколения в России так и не сформировалось серьезного отношения к своему будущему. И знаете, что самое забавное в этой ситуации? То, что практически все в стране понимают или считают, ну как хотите, что цель реформы носит исключительно корыстный характер, не имеющий с интересами граждан или даже государства ничего общего. Этот вопрос с повестки дня снят окончательно. Естественно, на уровне декларации никто это нам не скажет. На уровне декларации Путин все время говорит о том, что мы будем добиваться все новых успехов и улучшать свое место в мировом рейтинге разных стран мира по экономике. Но на самом деле среди моих коллег, по-моему, этот вопрос даже уже не дискутируется, особенно после того, как программу Алексея Кудрина, над которой очень долго работал очень серьезный коллектив исследователей, фактически выбросили, а Кудрина поставили не на пост, от которого зависит экономическая реформа, а на пост, который предназначен просто для контроля за расходованием бюджетных средств. Дело в том, что если бы Путин хотел по-настоящему проводить реформы, ему бы пришлось затрагивать интересы огромных и очень влиятельных слоев населения. Реформы ведь тормозятся из-за высочайшей коррупции, из-за наездов на бизнес со стороны силовиков. То есть с этим надо как-то бороться. А это предполагает реформу всей правоохранительной системы. На это Путин не готов идти. Трудно даже сказать, размышлял ли он над этой проблемой и просто понял, что лучше не связываться. Или эти слои ему настолько близки, что он даже не ставил перед собой такого вопроса. В известной степени коррупция является основой этого режима. Без коррупции придется серьезно задумываться, на чем этот режим будет работать, как заинтересовать аппарат работать на режим. Вот, так что Путин такой вопрос не ставит. А когда после крымских событий выяснилось, что можно даже при падающих доходах населения
резко повысить свою популярность за счет манипулирования сознанием людей. Ну, после этого вопрос об экономических реформах окончательно отставлен. Зачем заниматься сложными реформами, когда проще манипулировать сознанием? Думаю, что Путин, как Людовик XV, в свое время считает, что после нас хоть потоп, а на наш век хватит. В более-менее нормальных странах государственный бюджет – это, ну, с теми или иными оговорками, это достояние всего общества. Он тратится на некоторые общественные интересы. Вот. Вот. У нас, увы, значительная часть бюджета просто элементарно разворовывается, либо используется в интересах очень групп, узких групп населения. Действительно, когда у нас одной рукой, значит, говорят, мы давайте-ка вот повысим возраст выхода на пенсию, а другой, а давайте поможем нашим бедным олигархам, которые от санкций пострадали. Ну, все становится понятно. А еще в этой связи нельзя не рассказать историю из законодательного собрания Ленинградской области. Там на этой неделе всерьез рассматривалась тема захоронения граждан, не доживших до пенсионного возраста, за государственный счет. По 50 тысяч рублей на почивший нос. Почти 800 долларов. Приличная могла бы быть прибавка к пенсии. Вот так. Если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Пока. Увидимся.